Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, встречаюсь с парнем 1 год, мне 20. Это мои серьезные отношения. Первое. До этого встречалась, но недолго. Все это время парень очень хорошо ко мне относится, любит, уважает, ценит, бережет, делает подарки. К родителям моим уважителен, веселый, добрый. В общем, практически мечта для любой девушки. Но на протяжении года мне постоянно от него чего-то не хватает, а чего не знаю. И начала я переписываться с парнем, другим знала его раньше, он старше меня, и особо мы с ним не пересекались. Это он увидел меня и написал. А так начали перезваниваться. 3 месяца мы с ним общались, мой парень ничего не знал про него, все переписки и звонки я удаляла. Гулять меня постоянно звал, а я динамила, так как боялась, что мой парень узнает. И вот недавно моему парню говорят про наше общение, я и признался, отнесся к этому спокойно, конечно, ему обидно, но встречаться продолжили, сказал оборвать с ним связь. Прошел день без переписки с ним, и мне начало дико его не хватать. Хочу ему набрать, написать, встретиться. Но не могу. Понимаю, что тот парень мне подходит. Не работаю нормально, ни машины, ни квартиры. Ему уже 26, к тому же характер. Мне айс, ревнивый, вспыльчивый, еще и ростом меньше меня. И когда ему написал мой парень, чтобы тот перестал мне написывать, он даже не сопротивлялся и даже сказал, что не было никаких серьезных намерений. Не знаю, что делать, понимаю, что буду дурой, если расстанусь с парнем, и тому тебя не нужна. Но так хочу с ним встретиться. Понимаете, какая штука? Она не вопрос. В данном случае задается анонимно. Понимаете, какая штука аноним? Штука в том, что... Да. Вы хотите получить ответ психолога, но... Чтобы получить ответ психолога, нужно сначала... задать вопрос. А вопросы вы не задаете. То есть вы просто пишете о том, что вот не знаю, что делать. И в принципе на этом все. Этого мало, как мне кажется. Для именно вот конкретно. Запроса, так скажем. И, соответственно, вам, на мой взгляд, необходимо сформулировать все же именно вопрос, чего вы хотите конкретно. Вот конкретный такой вопрос, да? И дальше уже можно будет с этим как-то разобраться. Вот. Но пока что ситуация, на мой взгляд, не совсем понятная с точки зрения того, чего вы хотите. Вот. Ага. Опираясь на свой опыт и свои в данном случае предположение, я могу сказать следующее, что вы подавляете некоторую часть себя, требуете от себя быть правильной. Требуете от себя быть идеальной. И, в общем-то, в процессе
такой поведенческой модели вы приходите по факту к тому, что не полностью взаимодействуете с другими людьми и с собой. Да, то есть, ну, не полностью взаимодействуете. Потому что что-то в себе подавляете. Но при этом другому человеку, который вам не подходит, по вашему мнению, вы приписываете то, что хотели бы видеть сами у себя. И наделяете как раз другого человека теми качествами и теми желаниями, которые есть у вас. Потому что, понимаете, когда вы говорите, что парень практически мечтал любой девушке, это насобирательный образ, к сожалению. А необходимо понимать, что в этом собирательном образе нет вас. Необходимо понимать, что это не индивидуальное восприятие парня, а вы просто перечисляете его достоинства. Что он хорошо ко мне относится, любит, уважает, ценит, бережет, делает подарки, к родителям моим уважительным, веселый и добрый. Да? Вы это все перечислили. Но как к нему относитесь вы? Вы его любите, уважаете, цените, бережете, делаете подарки. Хочется ли вам все это для него делать? Или нет? Вот в чем основной вопрос, на который вам нужно найти ответ. Ну, постараться найти ответ. И тогда прислушавшись к тому, что вы чувствуете к человеку, что к первому, что ко второму, какой вы себя чувствуете, что с первым мужчиной, что с вторым мужчиной, у вас появится возможность увидеть картину более полно, что и приведет к разрешению ситуации. Если самостоятельно сделать это сложно, обращайтесь к любому понравившемуся специалисту, и мы вам с радостью поможем. Всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь.